работаете в том, что называется плакатная манера. Очень крупная, очень черная точка. Такие это работы не вот так смотрят, а это работа рассчитана на демонстрацию. Вот я читаю лекцию, у меня здесь республика. Так? И я показываю, смотрите, с расстояния. С расстояния все отлично воспринимается. Это плакат, это не для микроскопа. Так? А вот такую технику иногда называют электрическая техника. Тонкая-тонкая точка. Плавный-плавный переход. И свет и тень. Так? Так что у вас вполне получается. Эльфийская? Эльфийская? Мне кажется, уже не самая близкая к эльфийской технике. Да, в общем, да. Но при настоящей эльфийке точки вот такого размера, видите, у вас некоторые посливались. Да? Это считается дурным тоном. Точка минимальная, вот просто как у полугода. Не умею минимальной точки. Ну, неправда. Не так, сравнить вашу точку и вот эту. А кроме двух техник еще какие-то есть? Ой, много, да? Их 1500. Самых разных. Это не официальное название, это такое профессиональное жаргон, не более того.